переживая, чтобы ничего не случилось сегодня, чтобы он бой выиграл малой кровью и чтобы не было никаких травм, самое главное. И перед началом видео совместного турнира Pro UFC и Brave хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Gorilla Energy развивают боевой спорт по всей России, не только боевой, кстати, и поддерживают команду Вестника ММА. Gorilla Energy – наш любимый энергетик. Руслана, вы у Али будете в углу? А? Вы в углу будете у Али? А, да нет, наверное, нет. Я просто поболеть за него приехал. Я думал, что в углу мне делать нечего, а так тут просто поддержать, поболеть. Не думал никогда, что буду переживать за своего соперника будущего. Ну, правда, крайне переживаю, чтобы бой у него прошел малой кровью, чтобы не было травм и чтобы 19 числа нам ничего не помешало выйти с ним в ринг и сделать доброе дело. А футболку он вам подогнал? Да, да, ребята, не только футболку, ну, кепочку вот он приезжал в Ханты-Мансийск ко мне на родину, вот подарил, вот я ее взял, футболочку сегодня он дали мне, еще и костюм, ну, костюм не успел одеть, поэтому сегодня вот так. А вы по приглашению Pro UFC или просто это собственная инициатива была? Собственная инициатива, приехать, посмотреть, и поддержать, и поболеть, и, ну, попереживать за него, потому что крайне очень хорошо, ну, отношусь к нему и желаю только здоровья. Еще раз говорю, переживая, чтобы ничего не случилось сегодня, чтобы он бой выиграл малой кровью и чтобы не было никаких травм, самое главное. И последнее, вы до боя уже виделись с ним? Причем регулярно, часто. Ну, в смысле, сегодня или вчера? Сегодня виделись, перед боем с ним виделись. Я ему как раз, когда он выезжал уже на бой, я пожелал ему удачи. Чтобы выиграл ярко, красиво и ровненько, без травм. Интересно будет на вашу реакцию посмотреть. Сегодня постараюсь записать. Ну, если честно, я говорю, уже вот переживаю за то, чтобы вот, ну, чтобы вот еще раз говорю, чтобы не произошло ничего, как бы, травмоопасного. Спасибо, Руслан, большое. К сожалению, бой Багаутинова прошел слишком быстро, так что реакцию Руслана я записать не успел. Но записал то, что случилось уже после победы Али. Кстати, интервью самого Панчер Кинга вы можете посмотреть у нас на канале. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.